Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Илья, Хлебушек, пацаны, поздоровайтесь. Всем пока. Всем привет. Hey guys! Мы скачали новую карту, которая вышла пару дней назад, называется FNAF 7. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а режим у нас аниматроники пугают охранник. Какие-то глюки. Так, ребята, ну что, давайте я вам покажу эту карту. Она очень крутая. Давайте мы возьмем аниматроника, который может ходить по вентиляции. Нет, этот аниматроник может ходить по вентиляции, но очень медленно. У нас есть быстрый аниматроник. Вот он. Так, давайте мы... Он очень криво прыгает. А нет, хорошо прыгает. У нас есть очень громадная вентиляция. Вся карта подсвечена. Аниматроник сразу замоч... А, это мы пришли к охранникам в офис. Я вам вижу его ноги. Так, так, так. Опа, закрыли, открыли. Так, одного замочили. Второго замочили. Пока не закроете дверь, я буду мочить вас. Отлично, успел еще одного замочить. Давай, давай, испоганься. 700 жизней. Вы не сможете меня убить, потому что я буду всех мочить. Так. Пацаны, ну что, я выхожу из вентиляции. Готовьтесь. Я пробежал через ваш офис на изично. Слышь, отвали! Я был в маске. А, блин, я не увидел, извиняюсь, да, ты был в маске, я увидел. Кто в маске, не мочу. Так, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, поднимаем людям настроение. Отвали, маска, щенок маска, вонючий. Машка. Опа, в маске все, кроме тебя. А ну иди сюда. Так. Без маски, без маски. Сейчас я тебя подловлю, я просто не хочу пацанов убить просто так. Твой шар ни о чем. Я всех мочу. Кстати, обратите внимание, на карте написано на русском аниматроники. Это получается то место, где я должен появляться и мочить пацанов. Я так понимаю? Хорошо. Вот зря. Вот просто зря ты это сделал. Так, он не может ничего делать. Он может тпхаться за в стены. Вообще эти пилпаки никогда не брали на запись. Ты был в маске? Нет. Так. Ой, это сильно палевно. Так, это свой. О, давайте, знаете, что проверим? Да блин! Ты нечестно играешь, у тебя очень мощный пулемет. Да не. Да блин, нагибает меня, смотрите. О, чё я могу? Я могу контр-голову снять. Привет. Как дела? Хорошо. Прикольно, пошли. На тебе. Ты маску, да, снял? Да. Я это увидел. Ладно, я рандомно ударил, мне показалось, что у тебя маски не было, значит, не показалось. А я иду, иду пацанчиков мочить. Зря ты со мной так. Так, пацаны, что-то с аккумулятором разрядился, надо подойти, нажать. Нет, не монеткой в голову стрелять, это нечестно. Честно. Отлично, отлично. Этот ходит возле меня, что ты ходишь здесь? Специально, что ли? А, я просто хожу, смотрю. Ах ты. Зря ты разозлил аниматроника, я же, ты знаешь, что могу сделать? Я могу мочить всех из-за тебя подряд. А, вот так захотел со мной. Поумничать вздумал. Так, мне нравится очень вот этот аниматроник. Давайте сделаем камеру поближе. Нормально, да?
Я же говорю, я буду мстить за то, что вы меня убили в тот раз. А это кто? Это? Это очень злостный балунбой. Кошмарный балунбой получается. Я никого не вижу. Три охранника, никого нет. Вы чё? Заныкали, что ли, все? Ма, жди гостей. Классные гости пойдут. Я тебя видел, На этой карте тебя реально хорошо видно. Бульбазавр, если ты будешь так читерить, я буду мочить еще сильнее вас. Красава. Быстрее, я классно, ребята, классно я их мочу. Давай. За кого ты играешь, Дима? За балунбоя кошмарного. Вот так, значит, ты со мной, злодей. Я к нему со всей душой. А... Ну чё, давай, я тебя жду. Засаду тебе сделаю. Отлично. Ты меня никак не, ну, не сможешь меня убить. Так, тут в маске бегает, это свой. Так, давай в офис идти, а то это опять не какой-то не РП выживание. Давайте все в офис. Ты смотри, ну, кто будет выходить с офиса, сразу мочу. Двери не закрыли, надо дверь успевать закрывать. Стоят, это, мух считают. О, молодец, видишь? Он уже понял, что я буду жестко мочить. Легкой походочкой иду к пацанам. Сейчас обойду, с той стороны подойду. Ты никак не будешь. Ой. Что это со мной? Ты пыхнулся в неведомость. Что вы там делаете? Ой. Вы затеяли что-то очень плохое, поэтому я вас убил. А так нельзя. О, а что это со мной? Пацаны, знаете, что тут можно? В шкафчик прятаться. Да ладно, анимация шкафов есть. Это как бы другой шкаф просто. Ну, типа из Entity. Да? Да. Пюрос такой шкаф, мне он нравится. Может, его отдельно можно ставить? Не, ну смотри, там просто заходишь в Entity, и там первый. Понял, понял, я пошел. Тут еще есть такие шкафы? Только один, да, получается? Нет, вроде побольше можно поставить. Очень странная камера себя ведет, да, тебя так? О, отлично. Пацанов палю. А чё он стоит, просто ничего не делает? Я в шкафу сижу, пацаны. Открывай. Да. Не открывается? Вы чё, удалили шкаф, что ли? А, вы его переставили. Не, я его удалил. Я бегу, бегу. Я не могу вас мочить, у меня забагнулись аниматроники. Надо выйти. Так, 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 так. А что делать, если я ничего не могу сделать? О, давайте с другого пака возьмем. О, знаете кто? К вам Бенди еще не приходили. Ой, это не тот. Это тоже не тот. Так, пошел, пошел, пошел. А я не могу дамажить. Надо взять, который может дамажить. Эй, ты чё, офигел, что ли? Ты чё стреляешь монеткой? Нет. Я не могу их убить. Я могу, надо прицелиться. А, я знаю, я знаю. Вот этот может убивать. Вот он. Нет, вот он. Вот этот, да, топорист. Слышь, ты свою монетку задрал, отвали. Илья, беги. Ты знаешь, что я могу сделать? Я могу удалить все. Охранники, вы сейчас проиграете. Ты что, меня с карты выкинул? Иди сюда, вонючка. Я ж дверь удалил. Я не могу дамажить им. Я и думаю, что я вас не могу убить.
Бенди слаб. Я вообще не могу никого дамажить, у меня этот... А, могу, надо было вид поменять. Слышь, ты своей монеткой отвали от меня. Так, надо валить, надо валить, у меня построча хочет дать. Так, смотри. Ты просто не умеешь пользоваться этим классным оружием. Мне просто не везет. О, это что за оружка у тебя такая? Я звук слышу классный. Ого, своего убил. Ну зачем? Я ему руку передал. Так. Это у тебя снотворное, что ли? Это пистик с глушителем. Да? Понял. Я в уголку сижу у вас там в офисе, вы меня не видите. Так, что-нибудь делать. Монетка, я убегаю с офиса, нет, не могу выйти, сижу в углу. Так, смотрите, как они меня хотят убить. Ой. Бульбазавр, ты какой-то жестокий охранник, зачем ты своих мочишь? На, вынес по красоте. Ого. Убили. Короче, аниматроники выиграли, мне кажется. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.